И всем привет, с вами Александр Сучков, и в этом видеоролике мы опять продолжаем играть в наш Hello Neighbor Alpha 4, ребят. Так, это все одна и та же прохождение. Так, здесь у нас, то есть в этом прохождении мы просто исследуем то, что у нас здесь есть. Так, здесь какие-то картины, которых ничего не нарисовано, это как-то странно очень, но мы можем этим пользоваться. Так, значит, здесь у нас есть какая-то штука, на которой мы можем собраться, здесь нажать Open Close. Close. Я не знаю, что... Так, здесь я закрыл что-то. Значит, здесь что-то можно включать и выключать. Зачем это надо, я не знаю. Но это можно делать. Вот сам прикол какой. Так, здесь мы пока что ничего убрать не можем. Предметов очень дофига. Ну ладно. Ладно, спускаемся опять вниз. А, мы можем идти вниз. Мы можем спуститься куда-то туда. Давайте сюда и спустимся. Так. Здесь я уже все осмотрел. Так, это мне нужно мое ружье. Вот оно. Так, мы можем посмотреть в глазок этой штуки. И тут мы увидели то, что эта штука выключена. Странно, но она должна была включена быть. Но она выключена. Не замечаете, ничего такого. Так, выключена, значит, надо ее включить. Да пошел ты! Нифига у него лицо. Страшно. Побежали. Сегодня не буду ружьем пользоваться. Тихо. Он меня заметил. Тварь. Иди нафиг. Погнали. Тихо, мы сейчас будем сбивать камеры. Тихо. Да пошел ты. Да смотрите, его даже никак не замочить, вообще охренеть. Он охренел. Соседушка наша в 4-й альфе вообще охренел. Тихо. Я так не попадаю. Давай, опа. Пошел ты. Он вообще, смотрите, он отмахивается вообще от них. Охренеть, все, типа конец. Попрыгаю на этой штуке и попаду. Нет, никуда. Эй! Нет! Там был диван. Я видел, там был диван. Видел, честно. Это ссылка именно к тем видеороликам, где я снимаю вот этот вот баг. Именно баг, который показывает, что... То, что с ружьем можно летать. Соседушка, ты что? Ты лох. Бать, ты лох. Соседушка, ты лох. Иди нахер. Иди в жопу, чел. Иди в жопу, я тебе сказал, иди в жопу. Ого, нифига я повернулся. Иди в жопу, я тебе сказал. Иди в жопу, чел. Тан-таран-таран-таран-тан. 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 Ах ты, сука, бля. Эй. Фух. Тихо. Надеюсь, он сюда не заберется. Тихо. Ребятки. О нет. Он здесь. Он ушел. Он пришел. Охренеть, что дальше будет? Охренеть, что сейчас будет? Тихо, он, надеюсь, он ушел. Ха, прикольно. А вообще можно было два окна сразу сломать? Ну ладно. Он возвращается. Черт. Ух ты, пидор. Иди нахуй. Ах ты гад. Поймал меня. Так, ладно. Да ты достал. Надо все камеры его сломать, короче. Да ты достал! Слушай, чел. Ты долго здесь будешь вообще ходить? Ах ты, блин, не смог.
Извиняюсь, ребят, конечно же. Очень обидно. Тихо, он ушел. Здесь камер нет, есть китайская еда. Так, смотрим, здесь есть фонарик еще один. Здесь в этой альфа-версии очень дофига фонариков. Я заметил. Тихо. Слышите его? Я тоже его слышу. О, пошел. Че, обидел меня? Тихо. О, черт, он не ушел. Да ты тварь! Как ты меня заметил? Да ты пидор! Да ебать ты пидор! Пидор, иди нахуй! Все, я сломал твою камеру одну. Ладно, продолжаем. Я слышал, он там. Как он меня заметил? Сука. Вот, все нормально. Вот, все нормально, все идеально. Смотрите, мы в шкафу. Мы просто в шкафу. Тупо в шкафу. Ну ничего. Так. Надеюсь, он за мной не придет. Очень этого не хочу. Вот твою мать, он там ходит. Ищет кого-то, наверное. Наверное, меня. Но я не выйду. Я ведь на вас. Подписывайтесь на мой канал. Пожалуйста, нажмите кнопку подписаться. Или следующее видео не будет. Пожалуйста, вот, прошу вас, пожалуйста. Вот это вам не сложно, это просто нажать подписаться. Это вот. Любой так может. Любой. Любой, даже зверь, животное любое, может так сделать. А вы не можете. Вот. Какие вы люди. Сломали мы камеру. Откройся. Откройся. А чё замок? Так, нашёл ты ключ. И красный какой-то есть. Ах ты твою мать. А чё, где я его взять-то? Синий есть, охренеть. Так. Здесь есть... Ну как ты меня ловишь-то, блин, эй? Ты чё? Умный такой, что ли? Сейчас ночью пойдем, думаю, мне повезет. Ладно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.